Покажу сейчас, как разводится мост. Вот еду через мост. И вот развелся он. Все стоят, ждут. И вон проплывает. Вот там, вот там, вот там. Вон там мачта, да, видна? Мачта движется. Мачта кораблика. И вот всех мачтовых парусников, всех пропускают мосты. У них, ну, наверное, может, у них есть какое-то расписание. Вот сейчас, например, 3 часа ровно. Наверное, они по расписанию могут пройти под мосты. Потому что если каждого пропускать, конечно, бедный мост замучается открывать. И это очень накладно будет. Вот так вот пропускают. Вон, вон, вон мачта вышла. Видно, нет? Вот там вот вышла мачта, вот туда. Вон она подвигалась дальше. Ну вот разводные мосты во Флориде. Всегда они вот так вот разводятся. И сейчас он будет закрываться, мост. Там есть шлагбаум, на нем горит красный свет, если видно. Вот, мост пошел закрываться. Потихоньку, потихоньку, потихоньку опускается, опускается, опускается. Сейчас опустится, зеленый свет загорится, и мы поедем. Очень часто они разводятся, особенно в выходные дни. Сегодня суббота, и в выходные дни, ну, просто очень часто они разводятся. Так, вот такая вот замечательная красота. Закрылся. Ну, у нас вот такой вот вид здесь. Дома. Это канал. То есть корабли проходят через канал. Это, ну, река по-нашему. Я не знаю, почему они называют каналами. Но, в общем, такая вот островная такая территория. Здесь недалеко от моря. Вот там вот за красным зданием. Вот там красная крыша, да? Вот там вот красная крыша. За красной крышей уже вот дом стоит на пляже на песке. Ну вот вам закрылся мост. Все, закрылся, и мы сейчас поедем. В этой будочке в синей, в которой вот там сидит человек, который руководит этим процессом. Вот там вот. Все, и мы поехали. Очень много таких мостов. Особенно вот здесь, вот на Мексиканском заливе, вот с этой стороны Флориды, которая западная сторона, да, Флориды. Здесь очень их много, потому что вся вот эта сторона, она изрежена каналами, реками. Вот, вот поднялся шлагбаум, сейчас поднялся, вот мигают эти огоньки, и мы сейчас поедем. Все, зеленый загорелся, и мы поехали. Все, мост закрылся. Вот, и мы поехали. Так, мы-то поехали, мы поехали. А все, прошлись, я уже устала, как-то что-то такое непривычное уже есть, да? Да. Мало ходим, все время в машине сидим. Так, развелся мостик. Вот, так, не подъезжай близко, тут не видно моста мне. Ага, он развелся, развелся, и сейчас я открою этот и покажу. Люди скажут, что она там это со своим мостом. Точно. Все, не проедешь, да?